Зена, где козочки? Офигеть, блядь. Вот тебе нам все ни почем. Вот она вылупит свое, и похуй все, что собака на показ. Извините, мы просто первый раз увидели коз. Не ругайтесь на нас, пожалуйста. Пожалуйста, мужчина, не ругайтесь. Просто мы снять хотели козочек ваших, красивых. Это все ваши, мужчина. Что он сказал? А, прикольно. Какой злые люди бывают. Ой, лянь, еще там волки и козы. А вы одну козу потеряли, вы одну козу потеряли. В одну козу потеряли. Сейчас еще, говорит, буду терять. Козел с рогами, он как собачья стая там. Офигеть. Глянь, он вожак этой стаи в натуре. Бля, козел, а. Я понимаю, вот наш козел, он вожак стаи. Он теперь заведует мясной лавкой. Зена. Бля, вожак у этих, у собак. А козел молчит, он не блеет ничего. Да, Лев? Ну да. Он же вожак. Пойдем, они тут это, боятся перейти. Да кто боятся, козел или собаки? Собак-то дофига. Что, они Зену испугались? Тебе. Пойдем. Зена, тебя испугались? Козлиной стаи. Куда пошла, Зена? Ну ведь загрызут. Офигенно.